Привет, меня зовут Маша, я работаю монтажером SkyTeach. Так как я работаю удаленно, я хотела показать вам один из моих любимых вариантов офиса. Я присоединилась к команде Skyeng в апреле этого года, и в тот момент я вытянула свой счастливый билет. За много лет трудового стажа лишь 2 месяца я проработала с графиком 2 через 2 с 9 до 6 вечера. Могу с уверенностью сказать, что у него есть один огромный плюс – ты четко разграничиваешь свое рабочее время и личную жизнь. Однако в то же время я поняла, что для меня такая форма работы не подходит. Я не могу изо дня в день в одно и то же время приходить в одно и то же здание. Для того, чтобы не выгорать, мне нужно разнообразие. Я успела сменить большое количество профессий, предполагающих проектную работу. Была фотографом на свадьбах и даже работала в кино. Но как бы ни были интересны эти профессии, ни одна из них не давала ощущения твердой почвы под ногами и стабильности. Я поняла, что в работе мне нужна не только динамичность, но и надежность. Почти готов. Все изменилось, когда в свободное время перед очередным проектом я поехала в серф-кемп в Португалию. Это было потрясающе. Холодный океан, туманы и просто сумасшедшие волны. Нас было много, и все до одного влюбились в это место. Но, к сожалению, пришло время уезжать, потому что все ребята, включая меня, были там на время отпуска. Но была одна девочка, которая сказала: моя работа в моем компьютере, поэтому я остаюсь. У каждого человека бывают встречи, которые проводят черту до и после. И это была одна из них. Зуля, привет! Да, я всегда знала, что люди работают удаленно, но плохо представляла, как именно. И вот передо мной сидел человек, который, имея стабильную работу, при этом был абсолютно свободен. Естественно, я засыпала ее вопросами, что, как, и я тоже так хочу. И она рассказала, что работает монтажером в одной крупной сети школы танцев. В Питер я вернулась уже с четкой целью. Я и до этого монтировала ролики для себя и своих друзей из наших путешествий. Но тут я поняла, что моя профессия лежит у меня прямо перед носом. И я стала учиться. Началась бесконечная череда обучающих роликов, мастер-классов и курсов. Привет! Сейчас я с уверенностью могу сказать, что когда ты искренне занимаешься делом, которому у тебя лежит душа, Вселенная помогает тебе всеми способами. Ты встречаешь нужных тебе людей. На улице тебе выдают актуальные листовки. Тебе всплывают те ссылки в интернете. Тебе дают возможность. И работа в Skyeng стала для меня этой возможностью. Возможностью работать 5 через 2 и при этом чувствовать себя абсолютно свободной. Команда SkyTeach со всем своим молодым и амбициозным коллективом помогает тебе развиваться и добиваться успехов. И ты, в свою очередь, хочешь делать то же самое для них. Вот такой вот волшебный круг.